собирает сено для коровки. Вернее, не сено, а травку зеленую для коровки. Потому что ее сейчас не выпускаем мы. Опасно, время такое, осень, коров воруют. Поэтому... Да, они и домой не приходят почему-то. Вот. Здесь у нас недалеко есть такое вот поле наше. И вот мы косим и собираем травку для коровы зеленую. Она с удовольствием кушает. И в день таких, ну, больших с горкой, наверное, тележки 4 у нас получается. Да, ей хватает. Еще вечером приезжаем, где-то часов 8-7, наверное, сюда. Да, уже сумерки начинаются. Накашиваем на утро ей, потому что утром надо быстро всех покормить, выпустить. И на работу бежать мужу. И своими делами заниматься. Вот такая у нас большая гора травы. Но дело в том, что у нас здесь большой спуск. Видите, большой спуск. Нам надо еще вот эту речку переехать. О, сейчас будем переезжать. Вон наше сено. Вернее, наша трава зеленая для коровки. И вот такой вот спуск. Видите, сильный такой. Надо будет тут перебраться по нему. Ну вот, будем сейчас переправляться. И так вот постоянно, каждый день. Ну, летом, конечно, мы ее выпускаем. Сейчас не выпускаем, потому что они домой плохо ходят. За травой зеленой гоняются, ищут траву зеленую. И домой с другими коровами не хотят идти. У нас-то она одна коровка. Ну вот. Дни теплые стоят, и они вот бывает лягут на полях где-нибудь. И... В общем, там ночуют. Под утро только приходят. Поэтому соседи наши, мы не выпускаем осенью коров. Ну и опасно это как бы, потому что есть тут такие, как скажем, браконьеры, которых коров воруют. Есть такое, практикуется у нас тут. Поэтому на речку такая. Ну, потихонечку как-нибудь сейчас переберемся. Ну, большой, конечно, навильник такой. Вот. Ну, часа на 3 хватит ей переживать. Там еще есть как бы сено такое. Вот. Видите, какая вода. Не мелко как бы, ну просто неудобно. Еще тяжелая вот эта штучка. Ну, в общем, перебрались мы. Нормально. Да, Италь? Нормально перебрались. Все, будем двигаться дальше. Апрелька, иди, тебе траву привезли. У тебя здесь вон поле, но уже все съедено. А? Уже все съедено, говорю, ничего нету. Вот. Иди, иди, травы тебе дадут. Хороший такой. Греческий, по-моему, котенок не боится. Котенок, да, бегают везде тут все. Вот. Они вон даже не доедают, вон сколько лежит. Капризничают. Выбирают, что повкуснее. Телят выпустили, пусть это выбирают. Телят выпустили. Иди, Апрелька, иди ешь. Вот так содержать хозяйство. На сегодняшний день это невыгодно, конечно. Ну, просто в память родителей держишь одну корову. Они просили не убирать, поэтому и держишь. Вот так вот. Какая большая гора у тебя, Апрелька. Тебе хватит часа так на 2-3. Ладно, кушай, жуй. Потом еще привезем.